9 октября 2015 года на базе Полоцкого государственного университета открылась новая учебная площадка Центра дошкольного детства и инновационных технологий развития «Универик». Проректор по учебной работе Денис Владимирович Дук тепло поприветствовал собравшихся и поздравил их с осуществлением еще одной части масштабного проекта – открытием новой аудитории для обучения дошкольников. Почетное право перерезать красную ленточку традиционно было предоставлено проректору по административно-хозяйственной работе Владимиру Николаевичу Стрижаку. Участников мероприятия встретил уютный, красочный и прекрасно оборудованный зал, который полностью обеспечен необходимым современным оборудованием, наборами настольного творчества и мягкими игрушками. Силами студентов спортивно-педагогического факультета были изготовлены миниатюрные мольберты для новой изо-студии. Прекрасно декорированная сцена с нетерпением ждет ярких, театрализованных постановок от своих маленьких друзей. В завершении мероприятия все желающие поделились своими впечатлениями и высказали пожелания по модернизации деятельности центра. Мы развиваемся достаточно эффективно, и в этом большая благодарность нашему руководству, которое понимает проблемы дошкольного образования, углубление этого образования, практикоориентированности, поэтому мы очень рады и довольны, что у нас есть такая возможность заниматься не только с бумажными носителями, но и непосредственно с детьми. Хочу присоединиться с благодарностью ко всем и исполнителям, и те, кто внес вот первую мысль в решение этого вопроса. Я вам честно скажу, что 3 года назад были большие сомнения в освоении вот этих площадей. То, что универик будет, да, но вот такую красоту, такую масштабность, наверное, этого проекта мы не предполагали. В свою очередь Денис Владимирович Дук сообщил, что проект «Универик» полностью себя оправдал и в планах руководства университета разработать программу по открытию элитной школы с многопрофильным образованием, где талантливые дети смогут раскрыть потенциал и по-настоящему реализовать свои возможности. Вот этот вот опыт «Универика», он как раз позволит нам развить образовательные программы с 1 по 11 класс включительно. То есть создать такую элитную школу, в общем-то, с многопрофильным образованием, куда, ну, родители смогут приводить своих детей, те, кто нуждается в таком образовании, скажем, европейского уровня. Полоцкий государственный университет – это именно то место, где каждый сможет осуществить свою мечту.